Зажигательные танцы и красивые девушки, аперитив фестиваля спорта и грации. Пока в коридорах спорткомплекса готовится блюдо погорячее – рейтинговые бои. Со своим оппонентом из Райчихинска благовещенский каратист Андрей Марченко уже встречался на окружных соревнованиях, но был дисквалифицирован из-за нарушения правил. В этот раз, говорит, на татами вышел с холодной головой и был единогласно признан победителем уже во втором раунде. Я чуть-чуть, получается, как я функциональный боец, но неделю назад заболел, и мне чуть тяжело функционально было работать. Я решил поработать на тактику, и это сработало очень эффективно. Я сегодня работал от защиты, полностью защищался от его всех нападений и контратаковал. А благовещенскому представителю КУДО повезло меньшим. Как не болели за Евгения одноклубники, победа досталась архаринцу Артуру Шерстневу. Проиграю или выиграю, я об этом никогда не думаю. Я думаю об одном. Выходя на татами, я должен показать свою работу. Фестиваль спорта и грации в Благовещенске провели впервые. В нем приняли участие 9 спортивных федераций и коллективов, которые объединил созданный в прошлом году профсоюз работников физической культуры. Задача такая, что расширять палитру привлечения различных федераций, особенно олимпийских видов. Возможность, опять же, рекрутинга в эти федерации молодых, одаренных девочек и мальчиков. Фестиваль получил высокую оценку как участников, так и зрителей. У организаторов планы уже на следующий год. Они верят за многими ребятами в будущее амурского и даже российского спорта. Мария Селезнева, Юлия Мишурнова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».